Семена спаржи аргентинской высевают в условии парников в апреле, мае. Сходы прореживают на расстоянии от 10 до 15 сантиметров. На постоянное место пересадку делают в августе-сентябре. Собирают урожай через год с апреля по июнь. Сорт семян спаржи аргентинской морозоустойчивый, высоко ценится среди гурманов. Растение отличается высокой кустистостью. Продукт используют для приготовления различных гарниров. В нем много витамина Е, а также микроэлементов Ф и К. Вкусовые качества высокие. Спаржа аргентинская — это травянистые. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.